Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Смотри-ка, у нас и ежедневные испытания. Блин, я думал, что будет разыгрываться друидка, а там разыгрывается ведьма. Ведьма у меня прокачана полностью, поэтому не вижу смысла проходить. Так, ну что, 15 бот-пауков и, ко всему прочему, вот такая награда у нас получается. В бой за 15 призраков, да? Ну, призраки нам нужны. Верно, верно, потому что они у нас не прокачаны. Такс, ну что, фехтовальщик, покажешь им, где раки зимуют, а? Конечно, покажет. Интересно, если бы я вызвал ползуна, он бы успел бы докатиться и взорвать бы вражескую базу сразу же, а? Что-то меня вот этот вопрос заинтересовал. Ну, так, тренировка. Друзья, что-то попытался сегодня в драконы, всадники Олуха зайти. Не заходит, не знаю, в чем проблема. Попозже попробую. Но мне это не нравится, когда вот типа нету связи. Нету связи, ну чушь полная, понимаешь? Полная чушь, как нету связи, когда она есть. Так, бесплатно. Прыгун. Так, квесты. Оп, сразу выполнили. Ну что у нас? Пошли в поединки, ребята, нам. А, так мы только начали, ё-моё. Одну прошли карту, да? Так, тут у нас территория роботов. Против роботов, ну, можно даже вот это вот взять. Вот этот отряд, что скажешь? Я думаю, что можно, в принципе, взять. Да, толкатель, опасный типок, ничего не скажешь. Но попытаться все равно все-таки можно. Тут у нас еще и молотильщик есть. Но Джиггернаут, конечно, бесявый, да. Вот он появился. Сейчас попробуем через молотильщика. Опа, 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 на, идет, ребят. Ну-ка. Слушай, ну получилось очень даже неплохо. То есть я БФГшек здесь наделаю целую кучу. Трындец. Заморозка. Ускоряшка. Разбирашка. Да все, 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 у них шансов тут нету. Служитель тьмы, когда еще сзади стоит, отнимает здоровье и перекачивает нашим бойцам. Конечно, это топ. Так, смотрим, что здесь. Ага. Бот с ракетой. Ну, бот с ракетой сам по себе ватник. Вообще ватник. На один удар. Но к нему нужно подобраться. Он начинает издалека. Вот если, например, молотильщик погибает, да? И выпускает свою пилу. Тогда да. Блин. Да ну нафиг. Давай, давай, давай. Йо, вышел, блин. Вот начинается, ребят. Вот про это бесячество я тебе и говорил. А Джиггернаут, когда ты его подбиваешь, он еще стоит, понимаешь? Его тело механическое стоит, оно еще может, кстати, хильнуться. Хильнуться и восстать. Ну! Нормально. Так, заморозка у нас тут. Ну что, добиваем, да? Слушай, а БФГшка у нас, по-моему, не прокачана, да, полностью? По-моему, нет. Ох, ёк, макарёк. Здесь толкатель и физкульт-бот. Я его так называю. Ты не толкай, короче. Служитель тьмы, опять же, тоже, ребята, хорош, но его нужно именно держать позади. Позади всех. Угу, угу. Идет, 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 ребят, сейчас попробуем.
Вот так вот сделайте. На! Получи. Против дяди такого не поспоришь. Даже этот джаггернаут ничего не сделает. А этот тень толка идет. На тебе по башке. Ну, что я скажу? Ну, отлично просто. Просто старый воин вышел, всех тут раздубасил. Без проблем. Естественно, ребята, он когда ударяет, он оглушает противников. Они в стане находятся. И в этот момент мои бойцы, как говорится, уничтожают противников. То есть круто. Ну, здесь, в принципе, можно, ребят, своими силами пройти. Мне будет интересно посмотреть битву моего старого воина против ядерного робота. Как бы это смотрелось все. То есть мой бы его стан... Ай, не успел. Думал, даст мне немножко прослабление. Никаких прослаблений не дает. Ладно, сейчас же еще толкатель, наверное, побежит сюда, сломя голову. Поэтому давай деда вызывать. Ишь, хиляется гаденыш. Ну, как говорится, получи, распишись. Так, наяривает. Просто одного за другим. Ты посмотри, он дарит. Отлично, еще дубина у него такая зверская. Просто. Просто зверская дубина. Ну что, забираем наши награды здесь. Сундук робота. Трансформатор плюс бомбер. Ну и деньги, само собой. Так, это у нас нефритовая долина. Ниндзя плюс самурай. Ниндзя плюс самурай. Как бы эта команда не особо здесь сильна-то будет. Начну тебе с этого. И он сейчас, конечно же, ниндзю сзади отправит. Куда же без нее-то? Куда же без этой ниндзи, а? Лежит, пропилили. Ну вот, 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 вот это вот бесяво, просто бесяво, ребят. Куя, нате. Вообще шикарно. Да, вот эти шипы, терновый этот куст, очень хорошо, ребят. Особенно против таких слабых, как ниндзя. Он их просто уничтожает на ура. А здесь у нас... Блин, ну давай возьмем эту команду тогда уж. Щитобот плюс паладин, да? Щитобот плюс паладин. Опа, 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 опа. Куда, 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 куда? Так, щитобот пускай выходит. И нам еще понадобится всадник на журавле. Да иди ты сюда, там уже достало. Издалека бомбить, как всегда. С подтишка, подхалимка. Ну и все. Походу дела доигрались, ребята, да? Паладина ушатали, а ты посмотри. Ушатали они мне паладина. Да ну, что они тут сделают, уже ничего. Тут такой головой просто запинают. Просто запинали.
У них же взрывные вот эти вот головы, они наносят массу урон, поэтому бьют, можно даже бить по юниту, но все равно замок будет получать урон. И от этого ты, извини, никуда не денешься. Никак, как бы тебе сказать, не застрахуешься. И это хорошо, что у него таких головок нету. Так бы нам тут было бы жесть. Ну как всегда, ну как всегда, твою налево, блин. Так, сейчас ульту попробуем накопить. Иди сюда. Давай такую голову жги. Они уронили мне паладина, ты посмотри, а. О, черепашка-ниндзя вышла. Это я так, в прикол, ребят. Бесявая черепашка. А мы вот так сейчас сделаем. О, да. Хороший был сугреб. Когда два или три тыквоголовых сзади стоит, это вообще труба, ребят, полная. Враг просто вешается от одной мысли, что тыквоголовый сзади. Но вот если бы у него был прыгун, тогда бы вешался бы я, ребят. Потому что прыгуны перепрыгивают. Так, главное, чтобы в этой нефритовой долине не было ронина. Вот когда у него роненый тигр, вот именно та команда, тут, конечно, ой. Тут, конечно, да. Сложность, блин, начинается неимоверная. Особенно с этим ронином. Хотя мы уже знаем, как бороться, но все равно, ребят. Так, тихо. Эту ниндзю ты запарил, ты ее уже постоянно-то вызывать, а? Давай, да куда ты, господи, побежал-то? Ай-яй-яй-яй, подставил мне. Ну-ка, иди сюда. Ты заметишь, что ниндзя у него срабатывает постепенно, ну, смерть вот эта вот, отложенная смерть. Она погибает и тут же воскрешается. И это не первый случай, это постоянно у нее так получается. Так, карточка на самурая. Давай, паладин, ты нам нужен. Ну, наверное, и все. Сейчас второй тыквоголовый подойдет. Ай-яй-яй-яй, всадник на журавле уничтожили. Не достаем. Взрывами не достаем. А теперь достали. Да, тут такой раскромсон идет. Жесткий. Просто прессинг. Кого они там бомбят, я не могу понять. Тут никого нет, они все стреляют туда. Ниндзя только появилась и сразу же в отстойник. Вот и все. Что тут еще может быть? Прекрасно, победили. Так, и двигаемся дальше. Уже последний этап. Бог ветра, ну-ка нафиг. С этим богом ветра знаю я. Шутки плохи. С богом ветра шутки плохи. Поэтому я взял ведьму. Так, а зачем мне зомби? А, зомби мы здесь с Ронином, что ли, тогда соревновались, да, по-моему? Слушай, ты достал уже, а? Легче легкого. А вот, ребята, и бог ветра явился, не запылился. Влупляем.
Все, додуделся. Дудельщик. Не слишком ли часто срабатывает способность второй жизни у ниндзя? Практически в каждом бою по нескольку раз. Ну это жесть. Давай сюда мою награду. Это все прокачано. Долина подданных. Одна из самых, наверное, милых локаций — это долина подданных. Так, ну у него там что, паладин и фехтовальщик, по-моему, да? А, нет, рыцарь, конечно же, черный рыцарь. Как я мог... как я мог попутать? Ну, слушай, ну тут нам надо, знаешь, кого делать? Давай-давай-давай-давай быстрее, потому что фехтовальщик сейчас разойдется, это будет трэш. Ну, вроде справились. Успели отстоять честь и достоинство нашего отряда. Так как у него воздушных целей нету, можно спокойно вызывать всадников на журавле, и они тут будут справляться. Причем на изи. А если еще тыквоголовым это все дело заправить, то вообще великолепно будет. Чувак побежал, но мы ему все равно в спину бэкстабом дали, да? Ну, все. Все, ребят, тут уже бесполезно что-либо ему делать. Ничего он тут не сделает. Тут просто тотальное уничтожение. Но все равно, почему-то первый поединок и такой долгий. Обычно мы врагов сминаем на своем пути, а тут... ага, копейщица. Квест тактик завершен. Но, парень. Блин, ну придется так вот делать. О, молодец, красавчик, его еще и оглушил. Второй раз оглушил. Вот так вот щитобот умеет делать. Блин, копейщик идет. Ну, блин, давай только не отталкивай, а? Вот, всех туда. На раскромсон. Оглушили этого. Вообще сейчас уничтожим с полтычка. В принципе, и все. Другого и быть-то ничего не могло. Квест. Только один? Один только сделали. Так, третий этап. Блин, у нас энергия тут закончилась. Так, лучница. Ага, лучница. Нифига, у нас тут ниндзя оказывается в этом отряде. С чего это вдруг? В прошлый раз мы с тобой тут переделывали, да? Все, видимо, поэтому... ну, отлично, ползун не подвел. Прям лучницу, на! Стоит она там. Давай, давай, давай. Опа. Да, пока ты там соображала, лучница, тебя быстренько тут и уничтожили. Ну вот и прекрасно. Вот и миленько все. Конечно, продолжить. Давай дальше. Предпоследний уровень. Ага, бродяга. Слушай, а я не помню, у нас... ползун, он уничтожает бродягу полностью? Или все-таки оставляет ему здоровье немножко? По идее, он его должен уничтожить полностью.
Давай, 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 давай. Оп. Такой нежданчик для тебя. Иди отсюда. Так, а что я жду? Выпал, вылез, называется. Да-да-да, я смеялся над этим. Там бродяга шел и появился прямо перед носом у Джиггернаута. И тот его, естественно, с вертушки-то и наказал. Конец крестового похода. Точно, я вот с этим соглашусь, что конец крестового похода. Уничтожили. Слушай, ну быстро мы тут разбираемся, да? Так, призови 10 героев. То есть нам еще нужно 3 призвать. Последний этап, здесь король. Блин, этот отряд не совсем подходит, как бы. Давай возьмем наш стандартный. Просто тот отряд не подходит. Там летающих юнитов нету. А против короля без летающих юнитов, ну как-то не особо хорошо идти. Угу, вдвоем вышли такие довольные, да? Жалко, я, наверное, не успею ведьму. Или успею? Нет, успею. Сейчас мы тут с тобой наплодим. Подбила все-таки мне Ронина, это посмотри. Вот и король, голодранец вылез. Чумуха, один плевок ему сделал и все. Прекрасно. Просто прекрасно. Ну что, забираем награду. Меня вот иногда, друзья, знаете, что удивляет? Вот в комментарии читаю, заходит человек ко мне, да? Почему-то попадает на Tower Conquest, ну, скажем так, серию 50-ю. И пишет: «Рэй, в игре давным-давно уже появился Сунь-Укун, обнови или там еще что-нибудь в этом роде». Так и хочется сказать: парень, ты посмотри плейлист весь полностью. Ты просто случайно, видимо, попал из рекомендаций на этот видос, на 50-ю серию. А у меня уже там 300-я серия или 400-я. Ты посмотри последние-то серии, прежде чем кричать. Неужели так тяжело? Так, ну что, здесь у нас, ну, в принципе, вот эта команда подойдет. Здесь у нас как раз фехтовальщик, который очень хорошо прижимает этого стража. Он его хорошо начинает прессить. Ну, соответственно, под джиггернаутом это все должно быть. То есть вначале идет джиггернаут, как основная сила. А после, конечно же, уже идет. Но не забывай, что слизень морпех. Да, этот слизень морпех жесткий. Но мы можем вот так вот сделать. Оп. И морпех сразу же отдупляется. Блин, все равно подбил. Ты посмотри, а? Вот ты паршивец, а, морпех. Он станет. Да, у него есть, ребята, массовая атака. Он еще и станет при всем при этом. Поэтому как бы фехтовальщик здесь немножко оплошал. О, твою налево. Хищнец собственной персоны. Вроде мы как-то пытались, да, уже подраться. И, по-моему, фехтовальщик его наказывает. Он передамаживает хищнеца. Да, передамаживает. Угу.
Ну, в общем, остальное ты сам все видишь. Есть. Быстро, быстро мы разобрались. У нас третий этап. И остается только лишь одна команда. Топовая, да, наша? Да. Только лишь она остается, ладно. Ничего не поделаешь, будем играть за нее. Пока тишь да благодать. А-а-а, пришелец у вас тут. У вас тут мелкий ханега пришелец, ладно. Вызовем летучку. Да ты запарил, эй! А почему у базы сопротивление? А, сопротивление от яда. Все, я понял. Все, пришелец не помог здесь. Вылетел, но обделался. Ну, тут что, тритон, хищнец. Ну, хищница только единственное, что надо будет не пропустить. Тритон, вата, мы его сразу завалим. По-моему, там уфо не было, да? Причастия не было. Ну, давай. Ронина выслать, что ли? Е, молодец. Малор, ты посмотри, что Ронин вытворяет. Еще один бежит. Два Ронина просто ушатали базу. Но на самом деле топ. Ронин топ, я, ребят, всегда это говорил. Так, а здесь у нас лорд пустоты. Вот когда я за него играл, мне не понравился он. Может быть, просто он у нас слабый, не прокачанный, но... Он очень долго накапливает свою вот эту энергию. Плевок этот. За этот... В этот момент его можно колбасить только шорох. Пришелец. Так, пришелец, улетай. Эх, Ронин, Ронин, я думал, ты выбежишь. Тьф. Отлично. На-ка. Тритон там уже что-то хотел сделать. Так, не забывай, тут лорд пустоты. Но я думаю, что он не выйдет. Все. До свидания. До свидания. Так, а мы забираем нашу награду. Сундук захватчиков. Вот так вот. Оу, да, ребята. Толкатель и новенький свеженький телепорт. Так, ребят, территория нежити, фабрика у нас роботов, нефритовая долина, опять нежить, кстати, и роботы. Да, но, к сожалению, у нас больше нет энергии на отрядах, поэтому, друзья, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.